Алоха всем, друзья! Снова рад вас видеть. Артем Венгер на базе. И это новый выпуск карьеры за Арсенал. Клуб, за который я переживал с самого детства. И все с нечислиты. Мои гангстеры в составе готовы творить историю. В общем, это новая серия. И давайте приступим к делу, мать. На холлый ролл. Пощуни на Арсенал. Он родной, это мой стадион. Оля, как на луче почти. Алоха всем, друзья, снова рады вас видеть, это мы, Броуки. Сегодня, ребята, вы увидите эксклюзивный контент о том, как я, Артем Венгер, пошел на матч своей любимой команды Арсенал в Лондоне на Эмирейтс. Поэтому, ребята, я благодарю каждого, кто поддержит канал Броуков, мой канал, канал Гимана. Благодаря вам мечты становятся реальностью. Я давным-давно хотел поехать и посмотреть, и я это сделал. Да, я записываю эту подводку уже после того, как я сходил на матч. А все знаете почему? Потому что я в Париже. И в Париже эту самую камеру держит. Знаете кто? Гейм, Мо, ребята, и скоро с ним выйдет вью. Ждите, мы сейчас сядем, запишем, он расскажет про свои путешествия, как он здесь обосновался. Логично. Так, шкаф. Вон шарфы продают. Шкафы, хотел сказать. Это неофициальное. Это дерьмо, да? Оверпрайс. Официальная продукция. Неофициальная? Ну, зато там, наверное, по-любому невероятные очереди. Бургеры. Слушай, а вот тут еда, которая продается, такой же булшит, как у нас. Вот знаешь, на стадионе... Не, на стадионах булшит еда. Да? Вообще полная. Как на Зените. Я помню, был вот в этом... Как это? Зенит-арена, блин, да, или как она? Легендарная. Там, я тебе скажу, просто внутри... Такое можно было бы, там столько места. Можно было бы нормальное сделать. Вон он, родной. Это мой стадион, кстати, если ты не знал. Я его построил. Шейх? Я, да. Не похож? Я где надо, я шейх, там где... Я выгляжу как шейх. Знаешь, что пиздец? Ты чё, сука? Делс, тебя удалить из друзей или чё? За такие песни. Бургеры 5 фунтов. Хот-доги 5. Ну, дороговато. Потому что быть здоровым дороже. Фу, как воняет, блин. Знаешь, как они на этом масле жарят? Да, это... Сака, Салиба, Жезус, Одегар, холодный как лед. Знаешь такого? Честь. Здорово. Тоже фанат Арсенала. Брата, а ты что здесь делаешь? Я здесь учусь. Да? Вот в этом Метрополитен университете? Ну, типа. Это ж надо здесь встретить было. Ты специально сюда так... Ты видел сторис, что да, я в Лондоне? Да. Охренеть, ты прикинь, совпадение. Пойдем, расскажешь. Можно фотку? Не, но конечно. Ты мне скажи, ну, ты шаришь за все эти места? Да. Где я здесь? Был на стадион туре. Это что значит? Это значит, когда заходишь внутрь, ходишь по раздевалкам, выходишь на поле, на трибуну. Не, ну это слишком, да, наверное, мажорно. Сколько это стоит? Не помню, где-то 20 фунтов. Вообще копейки, лоу, билет, то есть 200 стоит. А ты сегодня дал за билет? Да. Офигеть. Ты сегодня на матч? Что? Ты сегодня на матч же идешь? Не, я ради тебя пришел. А, ничего себе. То есть ты реально рассчитывал меня здесь поймать? По факту ты виноват, потому что ты слишком рано сказал, что приезжаешь в Лондон. Так я бы купил билет. Да? Да. А скажи, вот сколько билет стоит, если заранее брать? Слушай, это зависит от подписки. Тут ты просто так билет не можешь купить. А, то есть вот ты можешь покупать билет? Да. За сколько? Блин, да разные цены, там есть даже смешные цены, 20 фунтов билеты. Они очень быстро распродаются. На весь сезон, что можно купить сразу билет. Да? Люди покупают мембершип на весь сезон, и если они не ходят на матч, они просто продают билет. Его продают. По 200 фунтов, как нет. А ты у Перекупа брал? Нет, я у Деос не купил. Ну я у Перекупа брал, ну конечно, у Перекупа брал. Там нормальный, там lower tier. Ну я стоячий билет взял. А, ну это атмосферно будет. Ну вот, сейчас. Пойдемте, пойдем. Сейчас фотографию сделаем. 150? А, 100. 100 фунтов, это считай сколько. 70. А what's the difference? Player. А? Player. Реплика. Реплика, я понял.
Оригинально, такие, вот такие, это такие же игроки носят. Ну такую надо будет взять одну, не? Сука, музыка. Надо брать. Возьмем потом. Ладно, я пошел дальше. Все, до маски. Хорошо идет? Вообще по кайфу. Подходит? Да-да-да, к цвету кожи идет. Да, красиво? Да-да-да. Эх, стадион я построил. Клуб не я, правда, основал, но стадион я построил. Погнали. Слушай, ну какого только у них мерча, конечно, нет. Это жесть. У них там настольные игры. Да, они по-любому... Совочки там были, совочки красные. Наши клубы такое просто по сравнению с ними. Детский сад, я не понимаю. Давай, давай. Да, место знаковое, красиво. Так, вот мой ряд F. Сектор, точнее. Сейчас меня проверят, и я пойду. Да, все, Деус, я погнал, давайте, пацаны, я погнал. Короче, там просто QR-код сканируешь и сюда проходишь. Блин, а где у меня какое место, ё-моё? Ну, по-моему, где-то вот здесь. Не знаю, через сколько начнется, ничего не слышно. Какой-то The Arsenal North Bank еще. Чего тут только нет, короче. Блин, я не люблю, когда так шумно. Ну что поделать, я единственный человек, кто здесь шарфом, единственный. Вот моя Ария 12. Ой, ветер нормальный. И вот он стадион, елки-палки, поле как на луче почти. Ну красота ведь. У меня 8-й ряд, типа я супер близко еще сидеть буду. Выглядит уважаемо. Вот я думаю, это хорошие места или нет? Вот в чем вопрос. Ну, я думаю, хорошие. Да тут плохих не может быть. Блин, пацаны, это классно, но я хочу мороженое, блин. А здесь только пиво продают. Что делать-то? Надо пойти мороженое купить, пока разминаются. У них тут, кстати, квизы. Они берут болельщика, вытаскивают ее на центр поля и задают ему вопросы о команде. Как я понимаю, еще до матча прилично, поэтому пойду посмотрю. Может, тут кто еще есть? Или что-то еще интересное? Но я хочу мороженое, блин, или что-нибудь сладенького. У меня мозг вырубается. Я мало ел сегодня. Вот, видите? Здесь какое меню. Блин, ну здесь нету ничего вкусного. Только вот максимум кадри с хот-чоколой. Но я что-то не очень хочу. Я хочу, блин, я хочу какую-нибудь шоколадку, ё-моё. Дай тебе какую-нибудь шоколадку, блин. Я не хочу пива, блин, долбанное. Смотрите, выступает бедолага, и все смотрят футбол. Никто на него не смотрит, бедного мужика. Все пьют пиво и смотрят футбол. А тут человек, вот, творчеством занимается. Я нашел веганский хот-дог с луком. Его сейчас возьму, потому что я очень сильно хочу кушать. Блин, а мне дадут пройти вообще кто-нибудь? Куда-нибудь? Я не понимаю, что мне делать. Ой, excuse me? Так, сейчас я встану в этот. В очередь и буду стоять. Все, мне нужен веганский хот-дог. Только я надеюсь, тут можно кэшем оплачивать. Потому что если картон, это трагедия. Они вообще, прикиньте, кэш убрали. Только картой можно все оплатить. Мне это задолбало. В магазине то же самое. Бесит, сука. Это так они, это глобальная система, блин. Они нас всех пытаются в эту кабалу, блин, затянуть, когда вы, ваши все деньги будут только в цифрах на счетах. Да, базара нет, Россия, на это могу пойти. Там нет налогов 40%, как в Лондоне. Мы 6% платим, это по-божески. А здесь 40, блин. Я даже не могу, блин, купить долбанный хот-дог, возможно. Сейчас узнаю. Что вы думаете, я отстоял всю очередь. Карт онли, сука! Я просто даже ничего купить не могу! Ну как это работает? Ну ё-моё, блин! Я хотел хот чоколад, блин! И веган-бургер, блин! Ну это дерьмо, блин! Полное, сука! Мы реально в рабстве, вы понимаете? Здесь карту открыть нереально в этом Лондоне, блин! Вообще нереально! Деус здесь живет, блин! Уже сколько месяцев? И не может карту открыть, здесь хреново туча документов нужно. Я расстроен очень жестко. Блин, пока я покупал, тут уже выход начался.
Мне нужно пройти на место, но сесть. Ой, погода сок. Атмосфера тоже. У меня места стоячие. Надо только на них попасть. Let's take a look at the big screen for the Arsenal, starting 11. Goalkeeper Aaron Ramsdale. Number 4, Ben White. Number 5, Thomas Partey. Number 6, Gabriel. Number 7, Bukayo Saka. Oh, как Saka любит. Болотный, блядь, лёд! Эйдин Кетти. Мужик мне говорит, чтоб я не записывал, а игру смотрел. Я воспользуюсь его советом, буду это делать. Давайте. Пацаны, слишком легкая игра. Они чуть ли не на первой минуте забили. Просто возят. Я думал, сейчас голов 200 будет, отвечаю. Хорош, ёпта! Арсенал! Сейчас будут бить штрафной. Какой-то модный розыгрыш. По-моему, Одегар у мяча, да? Ай, сука. Ну добивайте, пацаны. Можно было бы на пенку там как-нибудь красиво. Хорош, хорош. Короче, у нас снизу игра идет. Вот, 1-0, забили чуть ли на пятой минуте. Забил Мартинелли. Заменили Саку. Вышел Нельсон. Катаем вообще в мясо. Первый момент, когда к нашим воротам подошли. Все остальное непонятно, где игра была. Не, все четко. Легкая. Они чуть пытаются. Нет, тут без шансов. Как же Габриэль хорош, ё-моё. Как он хорош. Ну давай. А ну давай соло. Вперед. Ударят, не? Нет, как же они катают? Они просто катают. Это как броуки катают, ей-богу. На верочку. Ну что, пацаны, после первого 1-0 максимально легкая. Уже холодать начинает. Естественно, что, куда вообще я собрался, я не понимаю. Ничего ж не купишь, понимаете? Карты-то у меня нет. Ну игра вообще легкая. Они просто укатывают и все, без шансов. Блин, атмосфера вообще классная. Кушать только хочется, а так атмосфера классная. У меня теперь задача, знаете, какая? Я должен разбогатеть, купить здесь дом в Лондоне и купить вип-ложу на Эмиратс. Все, больше ничего не надо, в принципе, чилишь, кайфуешь. Это задача. Вы знаете, цели амбициозные. Поэтому, ребят, регистрируйтесь по ссылкам в закрепленном комментарии, покупайте монеты. Вы меня немножко приблизите к этому. Я вам буду за это максимально благодарен. Вообще, вам спасибо большое. Действительно, спасибо. Тут по-любому есть люди, которые меня from day one смотрят. Понимаете, без вас, я не знаю, доехал бы я сюда или нет. Вот это конкретно на те заработанные, которые от блогерства. И вот я исполнил свою мечту, попал на Арсенал. Теперь нужно думать о чем-то более большом. Это дом. А ложь уже там приобретен. Атмосфера, понятное дело, положительная. Все обсуждают. Говорят, надо больше пить, но у нас все хорошо. Мы контролируем игру. Ну, короче, все как бы четенько, понимаете. Проблем нет. Все рады, довольны, пьют пиво. Едят еду, которую могут купить, сука. А у меня нет карточки, я ничего купить не могу. Вот так и живем. Я, конечно, могу попросить кого-то кэшем, чтобы передать. Но я не хочу в этой очереди опять взять. Вообще у меня силы заканчиваются. Я съел только одну эту
Чикава будет. Гамбургер, бутерброд с утра, все. Ой, блин, я надеюсь, я выйду, найду покушать, меня Деус отведет, какое-то место, блин, покажет мне, а то это вообще жопа. Ну все, пацаны выходят. Сейчас они будут в эти ворота играть. Я больше всяких приколов засниму. А то они играли, блин, хрен за ответ, далековато от нас. Раз он вот тут раз бьет и на, ну хорош, смотри, посмотри, такая атака роскошная, убрал на сюда, машина, Вильчан еще один забил. Просто переезжаем жестко, елки-палки, что за гол, чекайте. Посмотри, посмотри. И здесь тоненькая передача, смотри. Вот здесь. Вот сбоку. Вот. Вот, видишь, он бам. Хорош. Боже, что за кит? Опа! Хорош! Уже 4-0, пацаны! Я еще бы кричалки сдал, было бы вообще. Тихо, тихо, еще сейчас будет! Ну! Ай, сука! Габриэль бил так рядом, вот 10 не хватило! Как мы их уматываем! Сейчас подавать будет! Холодный, как лед, Одегар. Давай, братишка. Разыграем сыграть. Ой-ой-ой. Как же мы хорошо играем, а? Блин, надо... Мы играем, на самом деле. Броуки правильно играют. Так же. Арсенал так же играет. Братан, туда его! Ай, сучка! Гол бы снять! Посмотри, на подборе все у нас. Но тут только одна куртка. Хорош! Все, мужики, победа! Победа 5-0, вообще без шансов. Первое место в таблице. Арсенал играет в футбол, вы помираете. Понимаете, точнее. Ой, как я рад, ребята, как я рад. Все, сейчас пацаны со всеми поздороваются, всем салам передадут. Дождь пошел, небо испортилось, но ничего. Настроение отличное. Вот и красавчик. Пошел со всеми, салам передал жанров. Молодцы, пацаны. Ну, а я погнал. Люди рады, счастливы. Нет, здесь в натуре футбол религия. Понимаете? Вот так вот сходили на матч, 5-0. Короче, финал вообще будет. Даже если закроют все границы, я на него попаду, я вам обещаю. Вообще, если Арсенал выходит в финал ЛЧ, я понял, что я приношу лак, удачу.
По-любому я на него поеду. Но потому что мы даже в этом сезоне, играя в Лиге Европы, сможем взять Лигу Чемпионов, если на нашем бэнк-аккаунте будет порядка 1 миллиарда долларов. Мы просто купим этот ебучий кубок и все. Не про это разговор. Если вообще даже никто никуда никого не впускать, не выпускать не будет, я на него поеду, пацаны. Это победа, ё-моё. Е5. Блин, идет уже на довольно жесткий дождь, но я ищу статую Тьерри Анри. Она должна быть где-то здесь. Я хочу ее найти, сфотографироваться. Я хоть не любитель фотографий, но Тьерри Анри — это его статуя, поэтому тут must-have. Вот видите, это статуя Беркэмпа. Красивая, кстати, очень статуя. Посмотрите. Беркэмпа я застал. Я где-то с 2003 года за Арсенал. Вообще совсем еще малышом был, но вникать уже, конечно, начал где-то в 2004-м. Вот в 2003-м я так, а в 2004-м уже понимал, что происходит. Все, пацаны, я нашел статую. Уже видите, да, какой дождь? Very хороший дождь. Вот с ним люди фотографируются. И я сейчас тоже. Я не то, что фотографию, я это... Ну так, сам типа сделаю. Не буду никого просить. Тьерри Анри, там, блин, я реально, ребята, из Анри начал футбол смотреть. Шутки шутками, я до этого к футболу скептически относился. Это что за гений вообще? 99 по 2007. Так я, конечно, плакал, когда он ушел. Вот, эх, печально было. Но я ему так благодарен, но все равно. За все эмоции. Анри чисто мой бадди. Чисто мой родной. Очень хороший монумент. Очень хороший. Прям качество. Большой респект, кто делал. Все, ребята, я доехал до центра. Это Оксфорд-стрит. Я хотел в магазины зайти. Но что? 6 часов в воскресенье все закрывается. Я не понимаю, как вообще можно попасть хоть куда-то, если здесь 6 часов все закрывается. Работают? О-о-о! Запомни, в Москве круглосуточно все работает. Все, да. Да, понятно. Хоть 3 ночи ты захочешь, правда, себе тебя повезет. Запросто, ребята. Ваши деньги, и все будет. Ну, короче, сегодня мы пойдем покушаем сейчас в ресторан какой-то. Надеюсь, нормальный ресторан, потому что сегодня только кофе одно. А, прикинь, захожу покупать кофе и круассан. И говорит мне тип, ну, я ему деньги даю. Он говорит, нет, карта онли. Хорошо подошел темнокожий человек и говорит мне, братишка, давай я тебе картой заплачу, и все. Я ему сверху 3 фунта накинул. Поэтому тут так работает. Спасибо всем, кто посмотрел этот влог. Я пойду кушать. Ну, если что, в конце я покажу, что мы ели. Там ничего такого, думаю, не будет сверхъестественного. Это ж не звезда Мишлен ресторан. Да, ну можем пойти в принципе. Да не, ну куда мы, блин? Я, блин, с пакетом Арсенала пойду сейчас.